Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я сейчас покажу, как работает симулятор компьютера на базе комбинаторной логики. Для примера вычислим вот такое выражение. Записанное стандартным способом на языке комбинаторной логики, это выражение выглядит вот так. Итак, запускаем симулятор. В верхней части окна отображается загружаемая программа. Далее следует строка с текущим состоянием программы на устройстве в виде текста. Здесь пока пусто. Ниже отображена та же программа, но уже в виде подробного состояния аппаратного дерева. Следующая часть – расшифровка состояния текущего узла, в данном случае корневого. Сейчас я выполню симуляцию по шагам, нажимая пробел. Итак, программа начинает грузиться. Слева направо. Сначала заполняется левое поддерево. В верхней строчке показано, какая часть программы уже загрузилась. Вот начало заполняться правое поддерево корневого узла. Вот программа полностью загрузилась. О навигации по дереву. Используя клавиши WAS, можно выбрать узел дерева. Если выбран не корень, то в нижней части экрана появляется по дереву выбранного узла. Здесь и здесь отображается, какая часть программы соответствует выбранному по дереву. Сейчас я доведу симуляцию до конца и посмотрим, что получится. Когда вычисляемое выражение оказывается в нормальной форме, программа считается выполненной. В данном случае мы получили терм K, что в стандартной системе кодирования соответствует значению истина, что и есть правильный ответ. Это все. Спасибо за внимание.